Приветствую вас, друзья. Выбрался на рыбалку. Встал я не очень рано. Приехал, наверное, всего к часу дня. Хотя говорят, кто рано встает, тому Бог подает. Но как-то сон пересилил. Я выспался. Приехал к часу. Еле нашел место, чтобы поставить машину. Вот пришел на водоем, поставил палатку. И вот сейчас пытаюсь что-то поймать. Так, поклевочка. Тяну. Что у нас будет первая за рыбка? Тяну. О, попалась плотвичка. Плотвичка. В принципе, предварительно я смотрел видеокамеры. Примерно такую плотвичку я и видел. Немножко прикормил, вот она и начала у нас поклевывать. Так, опять опускаем. Смотрим. Так, вот не берет. Пытаемся немножко подыграть. Немножко приподнимаем мормышечку. Приподняли. Опять ничего. Вот опять немножко приподняли. И вот обратите внимание, сразу поклевка. То есть вороватая поклевка. Типично плотвиная. Но тем не менее, плотва. То есть камерой я смотрел. Плотвичка на моем прикорме плавает. И что-то там разглядывает. Вот чтобы спровоцировать на поклевку, надо немножко ей подыграть. О, пожалуйста. Какая. Самоподжарочный размерчик. Вот такой плотвень. Так, еще опускаем. Ждем. Ждем. О, подъем, подъем. Вот такой вороватый. А, вот это уже поймали. Поймали плотвичку. Вот как она, как это, как вертолет. Что это вот что-то изогнулось, как вертолет крутится. Вот такая плотвичка. Так, давай. Будешь на сковородку. Так, еще. Смотрим. Так. Что-то циркнуло. Вот наш поплавочек крупным планом. Это вообще очень крупным планом. Так, это смотрится очень интересно. Так, ждем поклевочки. О, поднимает, поднимает. Так, тянем. Что там? О, еще плотвичка. Ну, не гигантская, конечно, плотвичка, но поджарочку сама то. Поджарить ее вполне себе красивенькая будет. Мы ее поджарим на чипсике и все. Пойдет на ура. Так, вот какая наша красивенькая плотвичка. Так, еще плотвичку тянем, наверное. Что там у нас? Что-то тянем. Ну, еще плотвичка. Вот, тоже как вертолет. Что это она как? О, вот, пожалуйста, сопротивляется. Вот. Пожалуйста, иди к нам в котомку. Вот еще плотвичка попалась. А, это уже на другую удочку. На другую удочку попалась плотвичка. Так, еще тянем. О, попался подлещ. Ой, совсем небольшенький. Совсем небольшенький. Так. Еще что-то тянем. Ну, еще плотвичка. Плотвичка. Невеличко.
Так, тоже я говорю, что-то она. Ага. Ну, в принципе, может. Да, еще тянем. Ну, еще. Плотвень. Плотвень. Такая. Он даже, по-моему, побита. Побита судачком, похоже, немножко. Побита наша плотвичка. Вот. Живавенькая. Живавенькая. Так, еще одну поймали. Ну, это вот нормальная. Тоже вот. Так, еще тянем. Тянем что-то. Так. О, еще один подлещик. Ну, небольшенький совсем. Как говорится, совсем. Мелкота. Ну, разве что поджарить его на чипсы. И употребить, как говорится. Так, еще тянем. Так, давай, давай. Что там? Ну, еще плотвичка. Так. Ну и такая. И ничего, может и побольше, чем предыдущие. Даже может и побольше. Такая. Так, пускай покрасуется. Вот такая. Так, это решили. Ловили на медненную мормышку. Сейчас решили на серебряную попробовать. Вот что будет. На серебряную мормышечку. Конечно, вот тут поплавка практически не видно. Вот с такого ракурса. Так, чистим нашу луночку. Чистим луночку. О, поклевочка. Так, тянем. О, плотвичка. Вот и на серебряную мормышку что-то. Позарилась. Вот. Малюсенькая серебряная. О, еще что-то. Тянем. О, еще плотвичка. Вот она как дает жару. Плотвичка. Это та же плотвичка. Крупным планом. Такой вот. Красненькие плавнички. Ну что, неплохая плотва. Красненькие. Так. Подыграли. Ставим, ждем. Ждем. Что тут у нас? Еще подыграли. Вот что-то подсело. Тянем. Тянем. Ну, плотвичка. Вот так она. Вот так она у нас сопротивляется. Так. Ну-ка еще ставим, подыграли. Смотрим, что будет. Так. Ну. О, что-то тоже сидит. О, плотвичка. Плотвичка. Так. Ну, плотвичка невеличка. Ну, пойдет. Такая плотвичка невеличка. Так, а это вот наша, как говорится, тяжелая артиллерия. Удочка для ночной рыбалки. Леска 0,16. Поплавок, наверное, грамма на полтора с таким же грузом. Вот попробуем. Удастся ли нам поймать на такую, ну, можно сказать, грубую снасть плотвичку. Ждем. И большая там мормышка стоит. Взрослая, можно сказать. О, ну, пожалуйста. Вот. На довольно большую мормышку. И такую грубую снасть. Пожалуйста, вот и попалась плотвичка. Ну, это вот уже. Стал я собираться домой. Ловил всего, наверное, часа три. Приехал поздно. Пока поставил палатку. Туда-сё. Так что...
Вот эта плотва уже, можно сказать, во время сборов одну удочку оставил. Вот плотва попалась. В принципе, вроде такая неплохая попалась плотвичка. Вот она. Такая вот она упористая. Вот это уже видно потемнело. Вот тоже такая. Может даже и соточку. Может и за соточку даже тоже попалась плотвичка. Это уже последняя. Вот такая плотва. Такая сытенькая. Вот. И закончилась наша короткая рыбалка. Вот народ весь разбежался. Никого нету. Половили мы, наверное, всего часа три. Ну, мех рыбы мы не поймали, но он нам и не нужен. Поймали на пару сковородок, чтобы, как говорится, покушать в охотку рыбку. Вот и все. Подышали свежим воздухом, прогулялись. Спасибо за просмотр.